Всем привет, с вами Ателс, и сегодня я вам проведу обзор на мою новую версию моей карты метро 0.3. Это первый релиз, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы приступаем к обзору. Я добавил небольшой скорборд, он просто показывает название карты. Идем дальше. Я добавил схему нашего метро. У нас это оранжевые линии, поэтому оранжевые. Мы сейчас находимся на станции Кварцевая. И на схеме показывает то, что мы тоже на Кварцевой. Эти схемы есть на всех станциях. Станция метро Выхино. И соответственно на схеме показывает то, что мы тоже на станции Выхино. Теперь мы на станции Банная. И схема показывает то, что мы на станции Банная. Теперь мы на станции Каменная. И схема, соответственно, тоже будет показывать то, что мы на станции Каменная. Просто идем дальше. Ну, дальше у нас идут знаки ОПВ с цифрами 2 и 4. Если кто не знал, для чего эти цифры, это обозначение, сколько вагонов уже заехало на станцию. Поэтому они есть на всех станциях. И были добавлены зеркала, которые никогда не заработают. Сейчас мы на станции Кварцевая, и здесь очень необычное расположение ОПВ и зеркал. А теперь идем дальше. Это у нас оборотный тупик. Их два на карте. За станцией Кварцевая и за станцией Каменная. Здесь также есть знаки ОПВ с обозначением 2 и 4. Все оборотные тупики на картах моих будут автоматическими. На этой карте автоматическое почти все. А это оборотный тупик за станцией Каменная.
Идем дальше. Ну а дальше у нас идут названия станции, на которой мы сейчас находимся, а также указатели. На станции Кварцевая очень необычные указатели, потому что эта станция конечная, и здесь прямо посадки нет, и направо все станции, то есть наверх. Здесь у нас также есть указатели выход в город. Мы сейчас это наблюдаем. А также название станции на табличке. Я не помню, когда я эту табличку поставил, но она так просто, как пасхалка. Мы Кварцевая, Выхино, Банная, Каменная. И идем дальше. У нас идут новые текстуры специально для этой карты. Это текстуры для светофоров, там стекла и бетон. А это у нас блоки с схемой. Это самые обычные кораллы. Ну а дальше, как говорится, больше. Это обозначение сигналов светофора. Это пока что в будущих планах, но в этой карте этого не будет. По причине того, что я не успеваю ее просто достроить. То есть нам просто будет видно то, что какие светофоры горят зеленым, а какие красным. Чем дальше, тем ближе. Это тоже от меня уже. Это у нас светофоры. Они полностью рабочие, они работали уже
с прошлой версии 0.2 или нет? Или я ошибаюсь? Я, наверное, ошибаюсь, но я не ошибаюсь. Вроде как ошибаюсь, но я не знаю, как я ошибаюсь, и вроде не ошибаюсь. Короче, все светофоры правильно работают. Но я пока что останавливаю копание, и этот слив карты будет сегодня, 6 ноября, в 8 часов вечера, то есть 20.00. Я ошибаюсь немножко. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе о моих новых видео. Ну а с вами был Етлс. Всем удачи и всем пока-пока. Если ты не подписан, то ты остался.